Здравствуйте, дорогие друзья! Я вот сегодня нахожусь с телекомпанией НТВ и снимаем мы фильм о качестве апельсина, мандарина. И тут мы приехали к хозяину фабрики домой, где он живет. И я увидел вот такой интересный моментик. Старинный колодец. И как подавалась вода в старину на полях. Такое не везде увидишь. Так что я вот решил остановиться и это снять. Посмотрите, как в старину вот так вот люди набирали воду, и она подавалась на полях. Вот сюда запрягалась лошадь или осел. Вот он ходил по кругу и накачивал воду. И вода, конечно, стекала там по каким-то там каналам. Так что вот такое вот интересное наблюдение. Вот это мне попалось на дороге. Ну все, друзья, что еще я увижу, обязательно покажу. Но меня это очень удивило.